Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что заглянули сегодня ко мне на кухню. Сегодня мы приготовим очень вкусную, сочную и нежную курочку в тайском стиле. Что нам понадобится? Это куриное филе. У меня филе грудки. Я его уже помыла и почистила от кожи. Также болгарский перчик, немного соевого соуса, крахмал, сахар, чеснок и свежий имбирь, немножко зеленой луковицы и ананас с соком ананаса. Также соль, черный молотый перец. Берите по своему вкусу. Куриное филе немного обсушим бумажным полотенцем. Нарежем крупными кусками и переложим в глубокую миску. Немного присаливаю. Добавляю столовую ложку крахмала. У меня крахмал кукурузный, можете взять картофельный. И все хорошо перемешиваем. Болгарский перец нарезаю крупным кубиком. Вот так. Чеснок и имбирь тру на мелкой терке. Ананасы нарезаем кубиком того же размера, что и перец. Сок от ананаса обязательно оставляем. Готовим вкусный соус. В глубокую миску добавляю сок ананаса, соевый соус, сахар, немного черного молотого перца по вкусу. Все хорошо перемешиваем, и наш соус готов. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла отправляю куриное филе. И буду обжаривать примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Обжариваю куриное филе небольшими порциями в один слой. Переворачиваю и 1,5 минуты обжариваю с другой стороны. Обжаренное куриное филе пока перекладываю на отдельную тарелку и обжариваю вторую партию. Куриное филе готово. И теперь в эту же сковородку, где обжаривалось куриное филе, масло я больше не подливаю, масла здесь достаточно. Я добавляю имбирь с чесноком. Немного его обжариваю, чтобы имбирь и чеснок отдал свой аромат маслу. Не нужно зажаривать слишком сильно, только почувствовали аромат. Сразу можно добавлять болгарский перец. Аромат просто чудесный. Добавляем болгарский перец. Все это быстро обжариваю на среднем огне. Большой огонь не делаю, чтобы ничего не сгорело. На среднем огне прекрасно жарится. Минуты две для обжарки перца будет достаточно. Добавляю сюда ананасы. Все хорошо перемешиваю. Аромат уже просто стоит необыкновенный. Выливаем соус. И отправляю сюда куриную грудку. Все хорошо перемешиваем. И готовлю куриную грудку примерно где-то минут 10, накрыв крышку на среднем огне. Через 10 минут к куриной грудке добавляем зеленый лук и все хорошо перемешиваем. Наша куриная грудка готова. Куриная грудка в тайском стиле готова. Получается очень яркое, вкусное, ароматное блюдо. Обязательно попробуйте его приготовить. Готовится, ну, очень быстро. Получается необыкновенный соус в грудке, которым можно полить рис или гречку, или даже скушать с макаронами. Обязательно попробуйте, выходит очень-очень вкусно. Сама грудка выходит очень мягкая, сочная и вкусная. Просто посмотрите, какая красота! Я еще сверху добавила немного черного молотого перчика.
Выходит вкусно и ароматно. Просто попробуйте приготовить этот рецепт. Кому понравится, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте, поделитесь этим рецептом со своими друзьями и родственниками. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Жду вас и на втором канале.